Чебоксары в очередной раз стали культурным и музыкальным центром. В столице Чувашии состоялся межрегиональный конкурс «Фестиваль гитарного искусства». 3 дня в ноябре. Они могут виртуозно исполнить любую композицию. С помощью гитарных струн музыкантам удается затронуть струны души зрителей и слушателей. Фестиваль 3 дня в ноябре – это продолжение другого гитарного конкурса, который проходил в Чебоксарах 10 лет назад. В этом году его снова возродили. Показать свои таланты съехались участники из разных городов, всего около 60 человек, а оценивали мастерство лучшие из лучших в своем деле – преподаватели и лауреаты всевозможных музыкальных конкурсов. Жюри выделило особенность выступлений участников из Чувашии. Есть в исполнении некоторая чуткость, душевная струнка присутствует в исполнении. Возможно, что это обусловлено национальной особенностью, вот, но я считаю, что да, что-то такое тонкое, неуловимое. Конкурс проходил по 3 направлениям – соло, гитарный ансамбль и ансамбль с участием гитары. Ребята оценивали по возрастным группам. Каждый гитарист исполнил 2 музыкальных произведения. У юных музыкантов была возможность не только показать себя, но и получить урок от профессионалов. Это дает стимул к дальнейшему развитию. Потом они слышат друг друга, слушают друг друга, видят, на каком уровне они находятся в данный момент. Общаются друг с другом, берут друг от друга что-то свое, ну, что-то для себя новое. Я считаю, что конкурсы и фестивали очень развивают детишек. Идет хорошая такая настоящая работа, которая, вот, кстати, детский конкурс, уже по нему видно, что когда происходит вот такая правильная работа, и вот сейчас вот дети выходят, это уже, я уже вижу, они очень хорошо играют поэтому. Фестиваль помогает молодым талантам раскрыться и заявить о себе. Маленькая победа может стать началом новых свершений. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов. Республика.